Партнеры по коалиции «Единство», «Союз зеленых» и «Крестьяны» и «Национальное объединение ВИСУ Латвии ТБ ЛННК» продолжат сегодня переговоры. При этом, как накануне в эфире нашей программы заявила премьер Лаймдота Страуима, тема распределения министерских портфелей обсуждаться на встрече не будет. Сегодня партии будут обсуждать задачи нового кабинета министров и работать над созданием правительственной декларации. Напомню, партнеры по правящей коалиции вновь не смогли достичь компромисса о распределении сфер ответственности, так как каждая партия настаивает на своих приоритетах и не готова уступать. В то же время представители партии отмечают, что в разногласиях, которые возникают в процессе формирования правительства, нет ничего необычного, и компромисс рано или поздно будет найден.